Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Satisfactory. Так. Вот он тут выключено или работает? Выключено. Нормально. Хотя пора уже включать. Энергии не хватает. В тот раз мы построили, автоматизировали линию добычи железа. Цемента. Цемента маловато. Не тормози. Так, продолжим. Грейдить. Забираем все. Итак, нам нужно. Мы прогрейдили хаб до максимума, получили все базовые элементы. Так, ранг первый. Вот это нужнее всего. Так, 200 пластин, 200 прутков. Погнали. Маловато будет. Маловато будет. Так, дай сюда. Дай сюда. И это тоже. Придется клепать пока вручную. Автоматикой это слишком долго. Каждый раз чуть-чуть притормаживает. Это из-за фикса на лаунчер. Без этого фикса идет ровнее, но появляются клоны персонажа и всякие глюки. Пластины. А, на все деньги. Дайте сколько есть. Их надо будет много. Так, 200 пластин есть, даже с запасом. Прутки. Да, довольно медленно идет. Выгребаем. А, здесь. А, и надо бы запустить исследование. Вот что забыл. Так. Чего возьмем? Что возьмем? Слизняка возьмем. Первый у нас пойдет сюда.
5 минут. С последним грейдом мы получили анализатор образцов. Так, слизняк не отображается. Здесь должен лежать. Также постройку космического лифта, который даст нам следующие обновления. Следующие апгрейды. Так. Продолжим заниматься железом. Нам прутков, пожалуйста. И за медью надо будет сходить. Но, кстати, у нас появился дополнительный слот в руках. То есть сюда можно что-нибудь еще положить. Второе оружие, или ягоды, или еще что-нибудь подобное. Так, погнали за медью. Так, а тут известняк какой, интересно. Тоже с примесями. Ладно, пока драть не будем кусты. Дождемся пилу. Все это более эффективно спилить. Так, сотни на первое время хватит. Дайте все, что есть. Так, нам нужны прутки. Добить до стека. Даже больше. Тоже нужно очень много. Медяшку. Первое, что нам нужно, это разветвители. Проволоку. Пока все это вручную. Так, биомасса.
есть. Не хватает. The MAM has completed its analysis. Анализ завершен. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fixit technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Новый рецепт доступен в первом тире. Вот он. Разгон производства. Тоже 50. Это 50 этого, 100 этого. Получим оверлок для наших станков с помощью энергетических осколков. Но нам пока требуется вот это. Запускаем. Пошел. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Пошел. Вернется через 2,5 минуты. Итак, мы получили сжигатель биомассы, конвейеры и, самое главное, разветвитель и соединитель. А вот теперь начинаем перестройку небольшую нашего производства. И начнем мы с цемента. Разобрать все это нафиг. Разобрали. Так, эту штуку перевернуть, наверное, надо. Инвентарь лезет еще. Ну, если бы не влезло. Зараза, он сюда не встает. Вот здесь, наверное, я лишнего задрал. Вот он и не встает. Пониже придется делать площадочку. Хотя там упираться будет. Все правильно было с площадкой-то. Хотя ладно. Сносим. Перестроим здесь все полностью. Milestone exchange concluded. Fixit freighter re-entry complete. А, вернулся шаттл. Так, площадку. Thank you.
этого должно хватить. Тоже лишнего. Так. Бурильщик. Вот теперь он встает как надо. Так. Ровно, нет, криво. Пойдет. Дальше делитель. Нет, для начала конструктор. И не один. Раз. Два. Пластин не хватает. Не хватает пластин. Укрепленных. Так, надо поближе ставить. Два. Особо лазить ты не будем. Три. Так. Оптимизация. Разветвитель. Лента. А вот это уже тут лишнее. Тут спуск есть, есть. Так, вход есть. Выход цемента. Соединитель. Конвейеры. Неровно? Да хватит тормозить. Так, неровно поставил. Ближе можно было. Идеально. Теперь все это запитать.
Не сюда. Вот так. Так, не указал, что им делать. А делать вам, товарищи, цемент. Так, хаб опять надо же переносить туда вон. А цемент-то у нас осталось еще есть. Контейнер. Контейнер тоже пока будет времяночкой. Перенесем со временем. Чего не хватает? Железа. О, сколько тут уже наклепало. Необходимо снова переносить. Так, и остальное в прутки. Фундаменты. Разобрать сюда теперь. Разбираем. Так, все забрал. Вроде бы все забрал. Влезло. Вроде все влезло. Иначе тут бы остался сундучок. Ладно. Хаб мы поставим вот сюда. А тут сколько будет? Нет, залезем наверх. Заберемся наверх. Ой-ой-ой. Зачем забрались наверх? Вот так примерно будет стоять хаб. Мастерскую.
прекрасно войдет сюда. Под деревья. Тут мы пролезем? Нет. Перенести. Вот так. Отлично. Так, а тут у нас будет дополнительное энергообеспечение. Так, опять все облапать, все облапать. Чтобы вопросики не светились. Можно еще что-нибудь запустить на обработку. Так, это все пока сюда. Цветочки запустим. Остальное в ящик. Так, это один единственный известняк не нужен. Ведро. Так. Птичка, иди отсюда. Так, что тут у нас есть? Оптимизация изучена. Вот это теперь. Так, укрепленную пластину мы можем сделать? Мы можем. 6, еще 3. Так, запустить. Да хорош тормозить. Так, запустить цемент. Третий столб понадобится для дополнительных источников энергии. Так. Его не хватает кабеля. Серьезно? Итак, забросим топливо. Контейнер. Ну, пока сюда. Также временкой. Потом будем убирать. Так, цемент. Поехал. Руда пошла. Конструкторы зашуршали. Цемент поехал.
пока что довольно медленно, но уже быстрее, чем было. Цемент пошел. Это производство. Переделать целиком и полностью. Разветвитель. Вошел, вошел. Так. Плавильня. Немало, нормально пролезу. Вот это даже многовато. Отлично. Конструктор. Еще один. Хотя сюда, наверное, не встанет. Фундаментов нет. Да, это месторождение придется заложить. А, фундаменты кончились. Еще фундаментов. Это пока разберем. Не хватает. Тут уже какое-то количество наколотили.
первая линия. Так, вы будете железо, железо. Эти пластина. Пластина. Стойка конвейера. Не хочет. Не желает. Подальше. Все равно не желает. Издевается. А так? Ладно, подальше. Другое дело. Так, а поближе? Годится. Здесь у нас пойдет соединитель. А тут склад. Пока что. Так, первая линия на пластины. Энергообеспечение. Проводов нет. Пошли за медью.
Так, почти все переработали. Проволочки. Немного кабеля. Винтов. Еще 3 пластины сделаем. Так. Продолжаем. Я бегать не смогу под этим всем делом. Не сюда, здесь не мешаться будет. Не будет. Наверх залезем, так. Запитали все это дело. Так, еще один столб. И сейчас все это встанет у нас дело, наверняка, из-за недостатка мощности. Докинуть биотопливо. Да, под потолок уже. Пора сжигать этот биомасс ставить, и не один. Благо есть куда. Раз. Два. Станет третий. Три. Фундаментов не хватает. Цемента.
Отлично, заводим. Пора заводить. Пора, пора. Так, линия пошла. Штампует. Штампует потихоньку. Пластинки поехали. Тут тоже пластинки поехали. Пластинки есть. Так, продолжаем. И начать надо с конструктора. Чуть-чуть пространства. Плавильню. Целых две. Так. Вторая линия. Соединитель. Контейнер. Эта линия пойдет у нас на пластины. Нет, та на пластины у нас, а это на
Прутки. Запитываем. Здесь не соединил. Так, ты прутки. Тут слиток, пруток. И есть линия. Пошло дело. Да не тормози так. Так, тут прутки. Поехали. Тут. Поехали. Все поехали. Так. Ну, нормально уже наклепали пластин. Прутки поехали. Цемент. Так, грейдинг. Дальше. Теперь нам нужна пила. А, там, наверное, исследовался уже давно. Она больше не кричит. Один раз крикнула, первый раз, и все. R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things: dating and creating color cartridges. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Так, во втором тире доступен чертеж красящего пистолета. Можно изменить цвета. Так, панцирь. Зарядим. Немного изменить окраску можно будет наших устройств. Так, сколько оно жрет? От любого столба можно посмотреть. Нормально. Мегаватт в пике. Пойдет. Продолжаем расширять фундамент. Хотя посмотрим, что там еще можно улучшить. Так, топливо. 150, 150, 500. А меди у нас нифига нету. Там бы, конечно, поставить. Но придется пока побегать. Фундамент заложить можно. Не надо. Я же сказал, я вас застрою. А, залезть не могу. Да. Запрыгнуть там уже не могу.
медь у нас там. Подъемчик. Подъемчик, подъемчик строим. Да. Вот так. Еще, еще. А, цемента нет. И я отсюда свалюсь нафиг. Достроим позже. Давай, залезай. Цемент кончился. Так. Пластины, прутки шуршат. Столбы тут немножко бегать помешают. Но ничего страшного. Уже лучше, уже лучше. Дайте проволоки. Теперь нужна пила, чтобы все это скосить и запитать все наши генераторы. Так, первый нужен. Мало меди. Меди мало. Цемента. Поднять это все дело еще выше. Примерно так. А следовало бы еще выше, наверное. Ладно, переделаем со временем. За медью пока бегать далековато. Ну, пустим конвейерами.
наисследовалось. Еще не наисследовалось. Так, медь пока переработаем. Ее пока в промышленных количествах не требуется, хотя уже начинает требоваться в промышленных количествах. Так, теперь успеть бы качнуть пару обновлений до бензопилы, пока у нас генераторы не сели. То придется бегать, кусты собирать. Так, и еще соточку меди надо. Цемента дайте, сколько есть. Эти пока пусть шуршат, как могут. Так, здесь надо явно выше поднимать. Получается, раз, два, три, четыре. На 5 или на 6 надо поднимать. А, вот эти-то зачем снял? Мало. Еще можно наполовинку, наверное. Или сколько тут будет? Да, еще надо. На единичку, наверное. Или высоковато это будет уже? Это уже высоковато. Тут кусочек нужен. Так вот зайдет идеально на ту площадку. Так, что у нас по энергии? Нормально. А по топливу? Уже 80. Меньше сотни осталось. Так, тут закончила шуршать. А. Ага.
Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacocoirus plumiuscata, or fluffy-tailed hog. Ага. Еще чертежик. Так, еще что-нибудь надо запустить туда. Ягодки. Пусть пока шуршит. Еще медяшки. Нужно больше меди. Так, два стека должно хватить на прокачку. Так, что тебе надобно, старче? Так, 150. Так, это откуда такой свет? А, всходит луна. Так, взяли до хрена. Ну, тут уже тоже до хрена. Качаем. Можно запускать. 3 минуты. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. Отлично. Пока он летает, сходим заберем еще медяшки. Я на эту фигню не наступлю. Традиционной тропинкой. Теперь нужна пила. И надрать немного листьев. Челнок сейчас вернется.
40 секунд. Меди, небольшой запас имеется. Так, биомассы надрать. Пройтись по краешку. Это что такое? Сера. Заберем, пусть пока тут лежит. Маячков бы нам. Что-то такие дела отмечать. Так, надрать кустов. При этом следить, чтобы нам не надрали задницу. Какие-нибудь агры, громобы. Надрать кусту, уберечь задницу. Так. Ну, все поблизости, кажется, обобрал. Это что, камень? Или я не туда построил мне этот камень? Так, кустов надрали. Дайте нам пилу. Что надо? 10 пластин и кабеля надо. 10 пластин. Укрепленных. Не вопрос. Сейчас пронесу. Даже больше. Так. Есть. Прутков, нате, держите. Меди. Нате, держите. Кабеля маловато. Прутков маловато. Сейчас пронесу. Кабеля. Столько хватит, столько хватит. Запущено. Milestone reached. Additional to an inventory expansion, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Теперь нужна биомасса в больших количествах. Ну, не совсем больших, на попервой. Так, биотопливо нам надо. Пила работает на нем. Также переведем на него наши генераторы. Будет гореть еще медленнее. Так, что нужно на пилу? Цепная пила. Винтов. Пластин. 10 штук. Издеваетесь?
Сколько тебе винтов-то надо? Я не посмотрел. Ну ладно, сколько уж есть. Дайте трубок. Прутков. Так. Чего тебе надо? Мне еще кабеля. Ну, теперь всего хватает. Хватает. Вот так. Так, инвентарь. Слот 2. Погнали за дровами. Пила работает как массовка. Наводишь на центр, и она скашивает все вокруг, включая камни и так далее. Но не работает по мобам. Выкосим все лишнее. Набьем инвентарь. Вот этот камень тут лишний. Вот ради чего. Вот ради чего я не дергал кусты возле камней. Тоже больше ничего вроде не вырастет. Оно одноразовое. С этой стороны почистить. Расчистка места под фундамент. Траву. Ну, это только ради массовки. Так, возле этого камушка вот ничего нету, даже цветочка.
А там ядовитые товарищи, вонючки. С ними ничего не сделать. Этот камень явно не спилишь. Слишком он большой. Так, полный инвентарь почти. Эти еще и достаточно. Возле меди там еще чистить и чистить. Тропинка. Теперь уже видна. Все вокруг покосил. Достаточно. Набил инвентарь. А вот теперь... Так, все. Село. Так, а вот теперь... А вот теперь мы состряпаем... Новинка. О! А этого не было. Тонкий фундамент. Высота 1. Высота 2, высота 4. Совсем тоненький. Так, что еще есть? Стены для конвейеров. Обзорная башня. Так, секунду, а что фундаменты здесь делают? Ладно, так. У нас все село, да? Нет топлива. Так, отсюда забрать. Так, нам нужен. Конструктор нам нужен. Цемент. Это известняка он нарезал пилой. В общем, довольно до хрена. Так, два в мусор. Цветов куда столько? Так, пластины. Винты. Пусть будет с запасом. Так, биомасса. Биотопливо, это на пилу. Так. Лишнее в ящик. Нам нужен конструктор. Строить мы его будем здесь.
Времяночку такую. И к нему два склада. Так, он будет питаться от своего. Генератора. Так, теперь нам нужна биомасса в огромнейших количествах. Так, биотопливо добить до стека. И немножко на пилу оставить. Биомасса перерабатываем. Из дерева до хренища биомассы будет. Вот так. Теперь мы всю эту биомассу. Здесь нам, пожалуйста, биотопливо. А биомассу мы всю закинем сюда. Без остатка. Сюда мы закинем. Пошел. Заводись. Вот так. Канистрочки поехали. А мы пока сходим еще попилим. А, цемента надо захватить. Для площадки подметь. Тут пока все стоит, но ничего, сейчас у нас топливо наклепается. Расчистим тут немножко эти завалы. Лесную чащу. И главное, не упади. Пролезть не может. Серьезно? И что мне теперь строить? А нет, ничего не надо строить. Тормози. Тут расчистим.
тут еще что-то зеленеет. Все. Тут нормально. Так, а вот это было лишнее. Площадочка под медь. А тут можно даже дальше не застраивать. Так, нормально. Пойдет. Этого достаточно. Главное, не сверзиться тут теперь. Бурильщик. Еще фундаментов. Так, тут у нас встанут плавильни. Плавильня, конструктор. Так, и нужен будет двойной конструктор еще. Так, то есть это у нас будет. Ты плавишь медь, ты делаешь проволоку. Еще делитель. Нет, сначала конструктор. От него надо плясать. Не хватает ресурсов. Так, а топливо там уже, скорее всего, наклепалось приличное количество.
Запуск должно хватить. Так, тут у нас что? Исследовался. Paleodictyopteryx berries or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Ягодки. Орешков еще просила, да? Просили орешков. Давай. Вот тебе орешки. Так. Что надо? А, биомасса надо. Ну, медь. Медяшки. И тонну биомассы. От медного месторождения у нас пойдет две линии. Проволока и кабель. Больше оттуда ничего не надо. Так, проволочки. Биомассы, погнали. Так, из дерева. Еще можно надрать где-нибудь. Тут ему еще перерабатывать и перерабатывать. А сколько уже сделал? Так. Ну, почти. На запуск нам нужно два стека. Еще заберем. Вручную наклепаем. Этого как раз хватит. Заводим тарантайку. Так, это в общую цепь. Запустить установку. Пошел. Пошел. Докинуть. Сюда. Еще один надо будет запускать. А, он. За 15 секунд. Сжирает одно. Этого ему хватит надолго. Тут у нас как? Так,
На пилу нам хватит. На медь. На медь, на медь. А, для меди нам пластин не хватало. Немного отвлекают. Продолжаем. Так. Медное производство. Ну, хотя бы запустить. Посмотрим, что там можно сделать. Еще конструктор. И еще конструктор. И еще конструктор. Такая линия примерно будет. Так, плавильня. Раз. Два. Делители.
Медь. И медь. Медь. Тут катушка. 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 Тут соединитель. Тут стойка. Еще одну стоечку. Нафиг. Слишком пологая. Издеваетесь? Вот так. Так, а ты у нас делаешь кабель. Осталось энергообеспечение. Так, вон те, наверное, не нужны. Ну и ладно. Пофиг. Пусть будет. Чего? Кабеля нет?
Кабеля нет. Так, дайте-ка мне верстак. Не хочу я к Хабу бегать. Все. Вот для чего он нужен. Так, где я что не соединил? Вот это не соединил. И там еще один не подключил. Конструктор. Вот теперь все. Опять кабеля нет. Да что ты будешь делать? Так, два конвейера и стойка. Двадцать кабеля. Вы чё? Вот так. Можно запускать медное производство. Времянкой надо пока протащить вот это все дело. На склады, чтобы далеко не бегать за медью. Склады поставим здесь. Было лишнее. В другую сторону, вернее. Так, склады будут здесь. Стойки. А нет, не стойки, надо от ленты плясать. От ее длины. Насколько хватит ленты? Вот. Она где заканчивается? Значит, стойку можно ставить здесь. Даже вот здесь. Двойной высоты. Так, и столб. У столбы можно вдвое длиннее брать. Лента. Так, до сюда хватает. Так, эта лента у нас пойдет под кабели. Так, все, нету столбы. Столбы можно на два пролета конвейеров. Кончилось. Кончились пластины. Это не проблема. Да хватит тормозить. Так. Прутков наклепали уже. Двойной стойки у нас нету, придется так тащить параллельно. Что такое? А,
кабель мешается. Дальше. Это у нас. Кабель пойдет наверх. Катушки пойдут вниз. Так, столбы фонарные. Столбы фонарные. Отсюда запитаем. Пошел. Пошла медь. Так, а как у нас с питанием? У, сейчас подпрыгнет. Фундамент. Ух, сейчас подпрыгнет. Дайте-ка нам два стека. Да все заберем. Докинем. Видите, вылетело. Докинем. Кинем и сюда еще загрузим свеженькой. Пошел. Нет, это все равно под потолок. Сюда тоже надо грузить. 100 мегаватт. Пики уже за 75. Вот теперь все работает. Биомассы. Оу, кончилось. За биомассой надо будет бежать. Ну ладно. Сбегаем. Так, медь как там пошла? Так, что там у нас? Так, катушки поехали. А кабели? И кабели поехали. Медь заработала. Катушки и кабели поехали. Ну ладно, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Всего хорошего, всем пока.